Здарова, здарова, народ, с канала Серый Фокс. Я вам хотел бы рассказать про снасть для ловли на течение. А не просто снасть для ловли на течение, а с применением кивка. То есть в роли сигнализатора у нас будет выступать кивок. Для этого мы берем, естественно, жесткий металлический. Кивок можно пружинный брать с шариком. Вот, ну, тип удилища основной для течения применяемого. Это самоудилище, катушка, кивок, леска 0,18-0,16. Вот, далее берется у нас грузка, чебурашка 10-30 грамм, отводной делается где-то сантиметров 15, вот, от чебурашки. Ну и, соответственно, сам отводной, это где-то метр, я ставлю, 1,20 м. И крючок, тройка-четверка. Видно, не видно. Вот. Толщина отводного это где-то 0,1-0,12 мм. Вот. Для чего так делаю? То есть для чего ставить сигнализатор нетрадиционный? Вот. Поплавок, окивок. Такой снасти я пользуюсь в морозы. То есть когда постоянно приходится чистить лунки. Все-таки почистить лунку для лески. Вот. И для поплавка это немного разные вещи. Вот, особенно при ходовой ловле, когда постоянно двигаешься из лунки в лунку, продеваешь, вот, смотришь. Пользуясь, на мой взгляд, это более оптимальный, более удобный вариант для ловли, нежели поплавочная снасть. Поплавок постоянно облей, покрывается наледью. Вот, его постоянно приходится чистить и зачищать. Ну, соответственно, все то же самое, только у нас поплавок идет в роли сигнализатора. Поплавок сам. Далее идет грузка 10-30 грамм. Ушко для отводного. Ушко для отводного. Соответственно, сам отводной. Здесь у меня покороче стоит. Вот. И крючок поменьше. Маленький для мотыльчика. Для мелкой рыбки, для сварушки. Вот. Единственное различие, это вот именно кивок. Надеюсь, это видео было вам полезно. Всем самого наилучшего, всем с прошедшим Новым годом. Удачи на рыбалке. Вот. На здоровье вам и вашим близким. Всего самого наилучшего. Для более дотошных свободителей хотел бы, наверное, показать вблизи, как это все устроено. Вот. Кому-то будет более интересно. Соответственно, берет удилище. Леска 0,16-0,18. Далее ставится груз. Грузик у нас здесь 30 грамм. Отводной. Ушко вяжется для отводного. От грузика до отводного где-то 10-30 сантиметров. В зависимости от того горизонта, который будете ловить. Ловлю на два удилища. Как правило, один ставлю поближе к грузику. Второй ставлю подальше от грузика. Длина средняя ставлю 1-1,20 м. Вот для отводного поводка. Толщина 0,1-0,12 мм, насадка, опарыш, червь, мотыль. То есть, в принципе, использую все. Ловлю на 2-3 удилища, дабы узнать, что сегодня в приоритете. Ну и крючок, соответственно, выбирайте под ту насадку, которую будете использовать. Все, всем удачи, удачных рыбалок.